Разрешите поприветствовать вас от имени губернатора Омской области Виталия Павловича Хаценко. В этот день памяти о великом человеке, который вывел самбо в нашей стране на мировой уровень, будет увековечено в виде бронзовой скульптуры. Дело великого самбиста продолжает жить. Я благодарен всем вам, что мы сегодня вместе. Это очень здорово, это очень нужно, это нужно молодежи, это нужно спортсменам, это нужно нашей истории, нашей памяти. Территория выбрана не случайно, именно здесь проходит традиционный турнир уже много лет. Он был именем на призы Александра Михайловича Пушницы, сейчас это мемориал его памяти. И со следующего года будет новая замечательная традиция, во время открытия турнира возлагать цветы к этому бюсту. Надеюсь, что это будет напоминанием для юных спортсменов, чтобы у них было стремление стать как минимум как он, а еще лучше, чтобы еще выше достичь результата.